И снова добрый день, любители цветов. Вот посмотрите, какая расцвела красота. Одна из моих новинок. В этом году я получила около 30 новых сортов. Этот георгин называется Hearts Bonnie. Такой желтый, яркий. На каждом лепесточке вот такая красная каемочка, как ниточка. Очень такой интересный. Это вот первый цветочек. Он на достаточно такой крепкой ножке. Ну, какие остальные будут, не знаю. Вот. Но пока я довольна. Такой интересный цветочек. Да. Вот он такой красавец. Даже вот закрученные они листочки верхние. Такая красотень. Да, он вырос у меня такой по грудь, примерно чуть выше. Ну, высота, конечно, куста зависит от места его посадки. Вот здесь у меня до обеда солнца нету, поэтому они вытягиваются. Вот. Достаточно много на нем бутончиков, был всего один клубень. Я его потом прищипнула и должен цвести красиво. Вот он такой красавец. Обязательно подвязывать надо все, потому что стебли мощные, ветер постоянно, все подвязанные. Такая красота. Сегодня я вам хотела еще раз показать сорт Hearts Bonnie. Первый цветок отцвел, и прошло буквально 4-5 дней, и распустились бутоны остальные. К сожалению, цветки мелковатые, самые крупные, не больше 15 сантиметров. Вот остальные так еще меньше. И достаточно мало, практически вообще нету боковых побегов. Сейчас вот эти цветки отцветут, и все, куст будет пустой стоять. Цветочки, конечно, симпатичные. Ветер сегодня такой. Но мелковатые. Первый цветок, да, был большой, 20 сантиметров. А остальное вот такое вот.